Всем привет! И, как я обещал, если у меня получится уговорить человека поставить этот релешку, я сниму еще одно видео. Вот эту релешку мы поставили. Поставили вот так на ферму, с задней стороны она стоит. Из нее выходят два провода, вернее три даже, да? Один уходит на розетку, и один уходит в один блок питания, и второй во второй блок питания. При этом провода не греются, с ними ничего не происходит. В общем, все отлично получилось сделать. Прикрутили просто саморезом вот таким образом. И датчик температуры оставили. Сейчас покажу. Так, потерял его. Вот он, датчик температуры. Вот он висит. Ну, фокус, фокус. Вот. В общем, ферма работает. Добывает криптовалюту. И сейчас покажу, как это все работает через приложение. Вот наша ферма. Это интернет-провод синенький. Так, патчкордик. Заходим в приложение с этой кнопкой. Как она у меня была открыта. Вот она, эта кнопочка. Вернее, это релешка. Кнопка включить-выключить. Поставили, попробовали датчик на температуру, да, чтобы если он будет, например, 70 градусов, например, если вдруг какое-то возгорание от фермы, то по идее будет приходить уведомление, либо, не знаю, может быть, датчик выключится. Вот, но пока поставили вот такое вот ограничение 70 и 0. Самое фиговое, что здесь нельзя, например, поставить просто 70 выше, чтобы если выше 70, то он выключался. То есть, слушайте, наверное... Вот оно, значит, если 70, то включается, если ниже нуля, то выключается. То, наверное, нам вот так вот надо. Окей. Вот, то есть, если дойдет до 70, то он выключится. Если 0 градусов, то он включится. Ну, 0, конечно, тоже перебор. Давайте сейчас поставлю не 0, ну, 15, наверное, градусов. Да, хотя 0, пускай будет 0. Вот, но нельзя поставить так, чтобы нижнее значение вообще его не было. Вот, сейчас датчик температуры показывает у нас 29 градусов. И, да, выключить, кстати, и включить теперь, если мы ставим такой вот датчик, да, и ставим ему какое-то правило, типа, как включить и выключить при каких-то температурах, то мы выключить его не можем. И, как мы видим, он, у нас огоньки светятся. Сейчас я смогу выключить ферму. Все, все затихло, все погасло. И после выключения я также смогу ее включить. И по настройкам, как подается питание, сразу же включается ферма. Вот там огоньки загорели, все заморгало. Так что все работает. Вот такой вот простой девайсик для удаленного включения-выключения фермы. Например, если вы на работе, а ваша ферма зависла, то вот таким образом можно ее перезагрузить, включить. Мне кажется, удобная вещь. Ну, насчет датчика, наверное, для фермы не очень, наверное, нужная штука. Но, в общем, имеет место быть. Кому понравилось, с вас лайки, подписка. Всем пока!